Кировске продолжается профилактика паводков. В ней принимают участие городские службы и управляющие компании. За качеством уборки снега и противопаводковыми мерами следят представители городского хозяйства и глава города. Владимир Дядик дал положительную оценку работе ряда коммунальных служб в борьбе со снегом в этом году. Несмотря на то, что эта зима принесла Кировску больше снега, чем в прошлые годы, весной город не погрязнет в талых водах, уверен градоначальник. В 15-16 годах, то есть вот в этом зимнем сезоне, уже на сегодняшний день, то есть мы еще не закончили вывозку снега, уже вывезено более 46 тысяч кубов. То есть это очень существенный рост. И хочу подчеркнуть, что ни копейки больше из бюджета мы на это тратить не стали. Просто стал жестче контроль, стали сильнее и более серьезно работать с подрядчиками и заставлять их делать то, что они должны делать по контракту. Власти города отмечают, что с дорожно-уличной сети убрано рекордное количество снега. Борьбу с противопаводковыми мероприятиями ведет и управляющая компания «Кировская горэлектросеть». Ее работу, а также работу других управляющих компаний, чиновники строго проверяют. В 2016 году в связи с проводимыми нами противопаводковыми мероприятиями негативных последствий в виде подтопленных подвалов, забитых лотков, залитых коммуникаций не будет. Несоблюдение требований по уборке снега для управляющих компаний грозит штрафами. Недобросовестные коммунальщики рискуют лишиться немалых сумм.